Всем привет! Меня зовут Пугин Александр. Вы на канале Оригамебель. Некоторые наши модели мы отправляем в разобранном виде, поэтому мы решили снять видеоинструкцию по их сборке. В этом ролике мы будем собирать диван Гердер. Подписывайтесь на канал Оригамебель, там будут не только видеоинструкции, но и обзоры других наших проектов и работ. При покупке дивана Гердер вы получаете комплект деталей для его сборки, фурнитуру и инструкцию. В инструкции будет ссылка на данное видео, и вы сможете воспользоваться как бумажной инструкцией, так и данным видео при сборке дивана Гердер. В инструкции на первой странице написана комплектация деталей, которые входят в комплект данного дивана. 9 ребер сидения. Переднее ребро, его отличие от обычных ребер в том, что здесь дополнительное отверстие для крепления его к ногам. 2 задних ноги. 2 распорки между передней и задней ногами. Подлокотник. Передняя нога. 2 детали, которые находятся под подлокотниками, которые скрепляют ребра сидения. Далее на следующих страницах идет уже процесс сборки. Сейчас мы будем следовать каждому пункту инструкции, для того, чтобы вам было понятно, на каком пункте мы находимся. Итак, первый пункт. Мы соединяем передние ноги с задними. Второй пункт. Соединяем передние ноги с задними при помощи распорок. Третий пункт, мы вставляем все ребра сидения. Единственный нюанс, самое переднее ребро с отверстиями впереди мы вставляем попозже. Четвертый пункт. Вставляем под подлокотники. Один небольшой нюанс. Тогда, когда вы будете вставлять, вот этот выступ должен быть спереди. И вы тогда не ошибетесь по количеству ребер, которые должны сюда вставляться, в какой паз должен вставляться. Пятый пункт – установка переднего ребра сидения. Заключительный шестой пункт – установка подлокотников. Итак, сборка окончена. Как видите, достаточно простой в сборке диван Гердер. Покупайте, собирайте, наслаждайтесь. В комплекте также идет подушка различных цветов. Цвета дивана Гердер могут быть коричневые, светло-коричневые, серый и без колеровки. Подушки могут быть зеленый, серый, серый рогожка и темно-коричневый. Если у вас будут какие-либо вопросы по инструкции, пишите в комментариях, либо к нам в директ в Instagram. Все ссылки будут в описании. Подписывайтесь на наш канал Оригамебель. Здесь будут не только видеоинструкции, но также обзоры наших проектов и работ.